Сергей Гапликов через Инстаграм поздравил жителей ижемского поселка Том с появлением современной уличной спортивной площадки. Весь комплекс состоит из шведской лестницы. Это такой высотный снаряд, который заканчивается турником. Входят сюда и разновысотные брусья, лабиринт, футбольные ворота и волейбольная сетка. Проект стоимостью 300 тысяч рублей реализован в рамках народного бюджета. Важно, что в населенном пункте есть группа детско-юношеской спортшколы. В прошлом году один из ее воспитанников, Валерий Бабик, признан чемпионом республики по лыжным гонкам. Отныне ребята смогут тренироваться в хороших условиях летом и зимой. Глава выразил уверенность, что это позволит воспитать еще больше сильных спортсменов не только для республики, но и страны. А еще призвал беречь площадку, чтобы она прослужила как можно дольше.